Мы уничтожили ублюдка. И все же не он несет ответственность за смерть твоих ребят. Прости, дружище. Имран Захаев, да? Человек-призрак. По данным разведки, он залег на дно. У меня есть план, как найти его. Слушаю. Папенькин сынок. Сын Захаева. Лидер сепаратистов на этой территории. Яблочко от яблони недалеко падает. Комаров знает, где находится парень. И этот ублюдок знает, где найти Захаева. Грехи отцов. Вот сволота, а? Это самый лучший путь. Контрольный пункт прям по курсу. Неплохо, Комаров. Все должно пройти гладко. Хищник 1-6, мы на позиции. Б-6, говорит Хищник 1-6. Работают генераторы помех. Даю разрешение открыть огонь по пункту караула. Конец связи. Соуп, занимай позицию на баке и приготовься по моему сигналу нейтрализовать охранников в башне. Остальные за мной. Соуп, нейтрализовать их. Немедленно. Пошли, пошли, пошли! Выходим. Все чисто. Так, пора приступать. Одевайте вражескую форму. Пора гасить свет. Комаров, мне нужны твои люди на случай, если водители начнут задавать вопросы. Просто отвлеките их, пока мы не разыщем сына Захаева. У нас мало времени. Приступайте. Ты в этой форме умора просто. Хорошо, что ты здесь, потому что на русского ты, ну, никак не тянешь. Б-6, на связи Хищник 1-6. К вам направляется вражеская колонна. Вижу 6 машин. Конец связи. Понял. Не открывать огонь до моего сигнала! Дурак. Сэр, вижу цель в третьей машине. Прямо сейчас прохожу мимо нее. Вас понял. Всем ждать сигнала. Объект находится в джипе перед БМП. Он нужен нам живым. Смотрите, куда стреляете. Ждите. Поджарим их. Группа Б, говорит Хищник 1-6. Веду слежение за целью. Черт, какой быстрый попался. Так, он направляется на северо-запад от свалки. Взять его, живо.
Так, объект движется на север. Направляется к окраине города. Внимание, этот квадрат кишит вражескими силами. Конец связи. Прекратить огонь. Прекратить огонь. Этот парень нужен нам живым. Противники с другой стороны железного забора. Два противника справа. Противник на втором этаже справа. Прямо в цель. Кто-то есть на крыше. Объект на крыше, прием! Один за перевернутым баком. Враг у мусорного бака, прием! К вам приближается враг из переулка слева. Два террориста за углом у зеленой машины. Все чисто. Противник направляется через стоянку к пятиэтажному зданию. Хищник 1-6, мы попали под обстрел. Противник занял позицию на пятом этаже. Вас понял. Первый свободен. Ждите сигнала. Так, все цели нейтрализованы. Можете идти. Группа Б. Цель видите? Прием. Подтверждаю, объект вошел в пятиэтажное здание. Объект перемещается по северо-восточному крылу здания, второй этаж. Объект слева, этажом выше. Лестница расположена в северном углу. Цель исчезла в глубине здания. Минуту, они у меня на прицеле. Так, все цели нейтрализованы. Можете идти. Перемещение на крыше. Ждите сигнала. Да, цель подтверждена. Объект на крыше. Он в вашем распоряжении. Бросай оружие! Бросай, сказал! Могу выстрелить ему в ногу, сэр! Нет! Мы не можем так рисковать! Не стреляй! Черт, у парня проблемы. База говорит Б-6. Сын Захаева мертв. Мы возвращаемся. Черт побери! Его сын был нашей единственной зацепкой, сэр. Забудь. Я его знаю. Он этого так не оставит. Идем.